Соревнования на роллер-дроме, концерт авторской музыки и пенное шоу для детей. А еще заплыв в Гаянах и, конечно, праздник лаванды. Эти выходные выдались особенными. Насыщенные выходные в Приднестровье уже традиция, эти не исключение. Концерты, соревнования, фестивали – всего было много. Президент Красносельский сегодня отметил, так должно быть в каждом городе. Массовые мероприятия, концерты один за другим, и детские мероприятия спортивные. Вот, и народу, конечно, очень много, и молодежи, и возрастных людей, и среднего возраста, естественно. Все интересно, так и воскресенье, естественно, там, я так понимаю, тоже не было куда яблоко упасть, масса людей. И все это, конечно, захватывает, это все очень интересно. Спортивная суббота в столице, в Екатерининском парке – фестиваль молодежи. На роллердроме – соревнования для любителей роликов, скейтов, самокатов и велосипедов. На гладких дорожках и крутых горках – почти 90 человек. Сережа приехал на специальном велосипеде. Сегодня его первые соревнования. К ним готовился почти 3 недели, учил новые трюки. Например, 360 градусов – это поворот руля в прыжке. Я немного переживал и переживал, что-то не получится. И после выступлений, когда я все откатал, и все равно переживания не успокаивалось. Адреналин цепляет больше всего. Давай, Ярик, хочется вот давай, так, чтобы показать очень высокий результат, и падать, и вставать, и пробовать что-то еще. Рядом на спортивной площадке турнир по воркауту. Самому младшему участнику Денису 10 лет. Воркаутом занимается с 1 класса. Мне понравился этот вид спорта. Что тебе в этом нравится? То, что эти элементы, ты можешь делать элемент, который никто не сможет делать, и все будут от тебя делать и стремиться. Завершает фестиваль молодежи концерт. Все, кто вышел на сцену парка Екатерины, играл авторскую музыку. Я сегодня пришел сюда, чтобы развеивать мифы и ломать стереотипы по поводу Приднестровья. Потому что я занимаюсь музыкальным творчеством современным, в стиле жанра хип-хоп, там, или просто альтернативы какой-то. И сюда я пришел, чтобы дать концерт. Для того, чтобы показать, что у нас народ как по-молодежному шарит за музыку, хорошо разбирается, у них хорошие вкусы. В воскресенье в Екатерининском парке было пенное шоу для детей. Его еще повторят. Вечером концерт от коллективов ДК. В Бендерах в крепости выступил ансамбль «Приэтиния». А в Каменке был летний фестиваль «Камертон». Соревнования, выставки умельцев и концерт ансамбля «Хрустовчанка». Ну а после кино под открытым небом. Рыбница и Дубасары тоже провели концерты.